Это новости в форме. С вами Анна Чижлитаж. Добрый день. Выставка военной техники и вооружения «Миликс-2021» продолжает работу в Минске. Сегодня планируется проведение двусторонних встреч руководства Госкомвоенпрома и Минобороны с главами делегаций. Белорусские и российские эксперты прорабатывают контракты о поставке вооруженные силы очередной партии самолетов Су-30СМ. А уже в декабре стройтехники пополнят новые бронетранспортеры. К слову, некоторые образцы, которые находятся на выставке, уже состоят на вооружении белорусской армии. Часть из них проходят госиспытания. Многие будут участвовать в совместном стратегическом учении «Запад-2021». Инженерные войска готовятся к «Армии-2021». В Могилеве проходит подготовка трех команд. Это более 60 человек из разных воинских частей. По дисциплинам – инженерная формула, безопасный маршрут и открытая вода. Тренировки по сборке паромов и десантной переправе проводятся на Днепре. Курсанты военного факультета Университета информатики и радиоэлектроники посетили Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Первомайского района столицы. Будущие офицеры подарили детям сувениры и выступили с концертной программой. Шефство над центром – добрая традиция, которая передается от курса к курсу на военном факультете БГУИР. Это были новости в форме. Смотрите нас в понедельник на YouTube-канале ВНТВ Беларуси и в наших социальных сетях. До встречи!